Практически всем девочкам нравится играть в куклы, но для кого-то это не просто детская забава, а настоящее искусство. Ручная работа, использование только натуральных тканей и драгоценных металлов – все это делает кукол из коллекции Ларисы Межевич неповторимыми. Мы посетили выставку под названием «Ангелы души моей», которая проходит в Национальном центре современного искусства, чтобы убедиться в этом лично. Выставка к нам приехала из России. Сами куклы создаются в Америке, в США, семьей Завирушинские, которые получили художественное образование в Польше, в последующем переехали в США и обосновали свой собственный бизнес. Выставка посвящена памяти Ларисы Межевич, то есть ее супруг занимался тем, чтобы организовать вот эту выставку. Он решил, что память о супруге не должна палиться на полках, скажем так, и вот эти куклы приехали к нам. У каждой куклы 10 прототипов, то есть их всего 10 штук по всему миру. Ограниченное количество, они созданы вручную все, из натуральных материалов, у них натуральные волосы, выдувные глаза, вручную сделаны все наряды. А у каждой куклы своя история, свой характер, своя какая-то эмоциональная связь одна кукла с другой. Очень много наград у них, Dolls of the Year Awards и тому подобное. То есть 2018-2019 год, особенно вот эти сказочные куклы, завоевали очень большое количество наград. Здесь есть экземпляр одной куклы, принцесса лягушка, которая создана специально для Ларисы в единственном экземпляре. Данная выставка – новый шаг нашего центра. Хоть парадоксально можно сказать, это не современное искусство, но это высокое искусство, то, которое демонстрирует нашему зрителю уровень понимания красоты. А данные куклы, они, я бы так не сделал. Я художник и могу только восхищаться, например, даже близко попробовать так интерпретировать, я восхищен. Поэтому наш зритель, я уверен, найдет среди этих 12 кукол самую свою любимую. Впереди у нас очень интересная есть задумка сделать анимацию, оживить эти куклы. Зритель сможет сейчас увидеть их молчащими, а потом услышит истории, услышит интересные сказки. Так что впереди у нас такая большая работа по созданию этого проекта.